в эту экспедицию я отправляюсь впервые. У меня всегда было желание увидеть Арктику в ее первозданном виде, увидеть медведей, увидеть айсбергов. Потому что в течение многих лет я преподаю физическую географию Арктики, проблемы Арктики, а реально увидеть ее никогда не удавалось. Поэтому я с большим удовольствием и настроем еду в эту экспедицию и думаю, что все будет хорошо. Я являюсь руководителем эколого-географического блока, который предусматривает изучение современных естественных процессов, происходящих в Арктике, изучение современного природопользования, а также восстановление истории природопользования в Арктике. Я думаю, что главным моим увлечением будет составление фоторепортажей.